Привет! В Киеве сегодня вот такая вот дождливая погода, хотя с утра было солнышко. Красивая такая вот тут тучка. Такая вот. Вот, видите? Так. Ой, смотрелась на соседа. Тут вот дождевая тучка. Мы пошли с Виталинкой сегодня. Пончик она захотела в сельпо, я еще там помидорок решила добрать, чтобы закатать. Вот, и попали, села булочку она кушать, и попали под дождь. Хорошо, что был там деревья были, и, короче, они нас защитили. Ну, так, попадал дождь на нас, но не сильно. Вот, и вот пришла я домой, решила вам снять покупочки. Опять гремит. Сейчас 19 градусов. И мы сегодня собрались ночью ехать в Одессу, ну то есть утром. И я теперь не знаю, что нам делать. Вот. Мы были в Железном порту, сейчас решили еще раз съездить на море, пока погода хорошая. И самое главное, 4 выходных выпадает, День независимости у нас, День независимости Украины, незалежности вот нашей. Вот. И короче, сейчас будет ливень, походу. Вот так вот. Вот, покажу, что я купила быстренько. Я сейчас занимаюсь закатками. Покажу вам. Вчера по 5 с чем-то купила помидоры. У нас с сельпом. Вот, закатала вот 4 банки. Таких вот 3-литровых. И вот такой рис с овощами закатала. Это тут перец, лук и помидоры с рисом. Вот. Так, и 4 баночки литровых, да, получились. Дождь начался сильный. Такой приличный. Сейчас минутку я у брата закрою этот балкон, закрою у брата минутку. Короче, у нас град огромный. Вот. И мне сына послала за уксусом в магазин. Боже, бедный, где он там стоит? Не знаю. Сейчас позвоню ему. Кошка. Шаурмяу. Да. Вот такие баклажанчики замариновала с луком, помидорками и перцем. Так, четвертушка украинского. Укроп петрушка. Сюда мне еще нужно. 25 гривен набор крышек металлических. 45 штук. Это я уже на следующий год, наверное, останется. Так, и так, ну это малышка взяла себе такие салфеточки и маркер. Потом что я взяла? Морковь взяла. Очень. Так как у меня нет веника, я взяла себе вот такое для консервирования маринад. Там просто сухие приправы. Это я взяла, чтобы прочистить крот. В ванной у меня забилась труба. И чесночок сюда мне тоже нужен. И здесь опять вот помидорки такие на закатку. Вот. И второй кулек. Второй кулек покажу. Взяла вареники с картошкой. Вареники у нас по 23,49 на 33 гривны. Потом взяла рыбку на татению по акции. Пожарю сегодня с пюрешечкой. 43,80. Кстати, град сегодня очень сильный. Сначала был маленький. Селедка дождь. У нас. А сейчас град. Да, Доча. Селедка. В чем у нас где там селедка? 49,90 на 19,26. И наконец-то увидела я говяжьи косточки, взяла собаки и взяла бульон, хочу такой вот сварить. Мне врач рекомендовал для суставов пить. По гривне 99 такие вот кости. И вот тут вот жилки есть, это я отдам собаке. Вот такие были покупочки. Сейчас буду продолжать закрывать помидорки. Вот такой у нас ливень заканчивается, в принципе, не заканчивается, наверное, прикрою окно.
окно. Вот. Такая вот погода. Все. Не знаю, поедем в Одессу, нет. Потому что мы с палатками. Посмотрим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.